На разной высоте. Спасибо. Это десятки, да, Кристин? А это как называется? Французские. Девочки, а вы можете сказать, вот есть разные варианты, французские, английские, они что, один за другим идут? Или это можно играть постоянно только французские? Или же, а как? Нет, можно когда хочешь. А французских там много движений, или это одно? Или одно? Десять движений? Да. Вот можете пропрыгать сейчас французские от начала до конца? Можно мне у вас попробовать, пожалуйста? А ты что там? Ушла. А это Петрушина написала, и не работает, да? Да нет. Андрей, поди сюда, Андрей. А вот дверь. А Это значит, ты сейчас пропрыгала сначала до конца французский, да? Я попробую описать вот то, что ты заснял. Я заснял. И потом я покажу тебе, вы подправите, потому что я не все понял. Хорошо, значит, мы договорились. Вы сейчас играйте дальше, я просто буду время от времени подходить. Что это за игра? Это игра в резиночку. В ней...